Сегодня мы находимся в детском центре «Дети Марии», где заменили лампы накаливания на энергосберегающие. Теперь мы надеемся, счета за электроэнергию убавятся, а в помещениях, где занимаются ребята, станет гораздо светлее. Это первая акция, которую мы проводим в этом ключе. Недавно мы обратились к правительству Москвы с предложением, чтобы во всех бюджетных организациях города лампы накаливания, неэффективные лампы накаливания, были заменены на энергосберегающие. Мы очень надеемся, что правительство откликнется на наш призыв. Свет – это очень важно для нас, художников. И, ну, действительно грустно, думая о том, что там нечем будет заплатить за электричество, сидеть в темноте и там, ну, там в полутьме, скажем, в сумраке. Потому что и для глаз вредно, и для вдохновения это как-то подавляет. Для меня это очень важно, чтобы наши ребята не только потребительски относились, то есть вообще не потребительски относились, к миру и не ждали, когда им там в рот кусок положат, а сами чего-нибудь для кого-нибудь делали. Ну, в том числе и для природы. Мне очень нравится, когда стоит по-настоящему такое не просто слова, а действительно дело, которое начинается от вот этого зернышка и потом прорастает.